красоточка. Вот там в записях не смотрела, но примерно завтра ей будет месяц, вот этой девочке. И я помню, когда они у меня были, вот эти их мамочки. Это тоже мальчик, кросс. Тоже месяц. Они родились там... Значит, эта девочка 16-го, а этот мальчик 17-го родился. Там на один день у них разница. И один, папа у них мама, один, белый дорпер. Круто. И вот когда их мамы у меня были, так как я их с бутылки выкармливала, суточные, я их помню, какими... Ой, аккуратно. Я помню, какими они были в месяц. Они совсем не были такими. Поэтому дорпер все-таки взял свое. И они в месяц просто шикарные ягнята. Я вижу этот результат, я вижу этот эффект. И это круто.